С 22 сентября стационар Видновской районной клинической больницы начинает функционировать в штатном режиме. После закрытия отделения для лечения ковидных больных и последующей неоднократной дезинфекции помещений, лабораторный контроль показывал отрицательный результат на наличие инфекции. Обработка стационара началась 8 сентября. Обеззараживанию подверглись все помещения, включая подвальные и технические, а также лифтовые и вентиляционные шахты. Заключительная дезинфекция проводилась аэрозольным способом, после чего состоялась генеральная уборка. Пока в стационаре велись дезинфекционные мероприятия, работавший здесь медперсонал находился на двухнедельном карантине.